редким группам относятся в основном импортные сырье. Это разные виды чечевицы, булгуры, кускусы. Крупы, которые не произрастают в России. Сортировщики отделяют по внешнему виду, по форме, по цвету. На выходе на 99,9% очищенное сырье. Хозяйкам не нужно искать ингредиенты, можно взять пачку с указанием рецепта, приготовить, ну, достаточно вкусное блюдо.